Водитель, куда мы едем? Я же сказала вести меня домой. Простите, мэм, но дорога по вашему адресу закрыта на ремонт. Мы едем в объезд, через игрушечный завод. Говорят, там есть магазин игрушек. Я уже давно ничего не слышал об этом заводе. Но вы правы, там есть небольшой магазинчик и детский уголок. Тогда остановите возле него. Мне нужно кое-что сделать. Как скажете, мэм, любой каприз за ваши деньги. Тут кто-нибудь есть? Почему меня никто не встречает? Что за невежество? Наверное, в туалет пошли. Ладно, я и сама найду ваш игрушечный магазин. А, вот и он. Боже, какой бардак. И товаров маловато. Наверное, тут прокатилась волна покупателей, которые перед праздниками решили закупиться подарочками для своих глупых детишек. Ну а я чем хуже? Нужно Балди подарить игрушку какую-нибудь, хоть раз в жизни. А то он думает, что я его совсем не люблю, раз никогда не дарила ему их. А я вот возьму и подарю. Пусть только попробует после этого не учить уроки. Кто там? Чего вы прячетесь? Я же видела, что там кто-то есть. Не бойтесь, сегодня я добрая. Выходите и обслужите меня. Я хочу купить у вас какую-нибудь игрушку. Странно. Тут никого. Послышалось, наверное. Вот неплохой вариант для мальчика. Подарю ему этого уродца. Парниша будет вне себя от радости. Где же продавец? Ну что за непрофессиональное поведение? У них что там, у всех запор случился? В туалет все побежали? Ладно, оставлю денежку на полке. Думаю, они догадаются, что я не украла игрушку, а купила. Ну что, мэм? Все еще работает их магазинчик? Да, работает. Привозите своих детишек сюда. Обязательно. Думаю, им понравится. Слышал как-то, что завод закрыли. Из-за того, что тут таинственным образом пропали все работники. А раньше чего не сказали мне об этом? Это сплетни. Я так и знал, что это все страшилки для детей. Что такого не могло произойти? Вот вы сами подтвердили, что магазин работает. А значит, и завод не закрыт. Давайте уже поскорее ехать отсюда. Что-то у меня плохое предчувствие. А может и мне зайти купить какую-нибудь игрушку для сына? Сколько она стоит? Если ты сейчас же не увезешь меня отсюда, я тебе знаешь, что сделаю. Я тебе не заплачу. Все, я понял. Клиент всегда прав. Балди, ну где ты, негодник? А я тебе подарочек привезла. Где ты? Я найду тебя. А, вот ты где. Опять ерундой страдаешь. А что еще делать, бабушка? Сегодня же выходной. А я тебе подарочек привезла. Правда? А вот, смотри. Нравится? Ну, не знаю. Я бы не отказался от чего-нибудь более взрослого. Ведь уже не маленький. А чего он такой длинный? Знаешь что? Дареному коню в зубы не смотрят. Так это конь. Сам ты конь. Это поговорка такая. Держи, не привередничай. Стараешься для него, стараешься, а благодарности никакой. Извини, бабушка. Я все же рад, что у меня есть хоть какой-то подарок. Ведь давно уже никто ничего не дарил. Спасибо. Ты это... Учись давай. Не будешь учиться, это будет твой последний подарок.
Посмотрим, что тут у нас. Хаги-ваги. Такие длинные ноги и руки. Кажется, на них прикреплены липучки. А, я понял, для чего они. Здорово. Теперь у меня будут круглосуточные обнимашки. Меня так давно никто не обнимал. Мне так не хватает мамы и папы. Бабушка все время меня ругает. Никакой ласки. А ты будешь моим другом, который всегда рядом, у самого сердца. Балди, иди мой руки и садись кушать. Иду. Это что за дела? Столовая не место для игрушек. Ну, бабушка, я к нему так привязался. Он такой пушистый и теплый. Он успокаивает меня. Я люблю эту игрушку. И не хочу с ней расставаться. Его объятия греют меня. Чтобы я его за столом не видела. Отнеси его в комнату и возвращайся немедленно кушать. Что это за бардак в моей комнате? Мне кажется, я не разбрасывал эти вещи. С другой стороны, кто же еще это может быть, как не я? Ведь сюда кроме меня никто не входил. Нужно почаще решать арифметические примеры, чтобы память меня не подводила. Ладно, дружок, я скоро приду. Ты даже не успеешь остыть от моих объятий, как я уже вернусь. Бабушка, я отнес игрушку и пришел один, как ты и просила. А что ты приготовила? Вкусную, питательную и полезную еду. Опять овсянка? О нет, только не это. Может, лучше покушать вкусного, питательного и полезного мяса? Какой же ты привередливый, внучок. Ладно, на ужин приготовлю тебе котлетки. Ура! Из овсянки. Но я не люблю овсянку. Еще недавно ты был недоволен моим подарком, а теперь носишься с ним по всему дому. Оторвать невозможно. Полюбил уродца, полюбишь и овсянку. Хаги-ваги не уродец. Он очень милый. Ешь давай. Я все съел. Теперь мне можно вернуться к моей игрушке? Иди, только зубы почистить не забудь. Шум в моей комнате. Окно открыто. Тут явно кто-то был. И значит, это он навел тут беспорядок. Мои трусы и носки валяются по всей комнате. А, это же я их разбросал. Но книги раскидывал точно не я. О, нет! Куда делась моя игрушка? Ее похитили! А ну стой, ворюга! Нужно догнать его, иначе не видать мне любимую игрушку. Убегает! Нужно поднажать! Стой! Тебе не уйти от меня! Ты быстрый, но я еще быстрее! Фух, как я запыхался. Ну, наконец-то ты одумался и остановился. Что такое? Ты чего? Мамочки, вот это зубище! Стоп, 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 стоп! Секундочку, я хочу спросить кое-что. Ну, давай, спрашивай. Что ты собирался сделать со мной? Как что? Съесть тебя, конечно. Зачем? Чтобы ты не догонял меня. Но ведь можно договориться. Я могу не идти за тобой, и ты пойдешь своей дорогой. Разве обязательно меня кушать? Ты что, голодный? Если подумать, хотя можно и не думать, но если подумать, то я почему-то всегда испытываю голод. Но ведь сейчас наступил большой праздник. Разве можно есть детей в такой день? Не знаю. Наверное, можно. А я вот точно знаю, что нельзя. В такие дни детям подарки дарят, они съедают их заживо или по кусочкам.
у меня нет подарка для тебя. Как это нет? А это что? Это же моя самая любимая игрушка. А ты украл ее у меня. Я должен ее вернуть. Твоя бабушка без разрешения взяла ее. Но не мог бы ты сделать исключение и подарить ее мне? Я был бы очень рад. Ну, я не знаю. Зачем мне это? Ведь я хочу тебя съесть. А я точно знаю. Даже уверен, как только ты мне ее подаришь, тебе станет приятно. А если тебе будет приятно, то и мне будет приятно. А если мне будет приятно, то я тебе тоже сделаю приятно. Что-то я совсем запутался. Просто подари мне эту игрушку и сам узнаешь. Вот, держи. С праздником тебя. Спасибо огромное. Я так рад, так рад! Ты себе даже не представляешь! Это лучший день в году! Ага. Ну, и что ты ощущаешь? Тебе стало приятно? Не знаю, дай подумать. Нужно не думать, а чувствовать. Кажется, действительно что-то хорошее и теплое внутри. Ну вот, значит, ты не такой уж и плохой. Ага, а теперь я могу тебя съесть? Опять ты за свое. Зачем тебе меня есть? У тебя, наверное, даже желудка нет. Ты же игрушечный. Игрушечный? Я об этом как-то не думал. А давай я тебя съем, и мы проверим, есть у меня желудок или нет. Думаю, не стоит проверять. Верь мне. Почему я должен тебе верить? Потому что я начитанный и много знаю. Моя злая бабушка заставляла меня много учиться. Уж я-то могу отличить живого от игрушечного. Ты точно игрушка. Просто большая, говорящая игрушка. А ведь когда-то я был человеком. Интересно. Расскажи мне об этом. Я точно не помню, но мне кажется, именно так и было. Часто снится, что я был охранником на игрушечном заводе. Там было много посетителей и даже детский уголок. Но когда я просыпаюсь, то вокруг никого нет, и мне становится жутко одиноко. Слушай, идем со мной. Поживешь в моей комнате. Будет весело. Ладно, идем. Холодно. Когда догонял тебя, так спешил, даже шапку не одел. Иди ко мне на ручки, согреешься. Ты очень теплый. А ты очень аппетитный. Прости за такие слова, но я голоден. Не обязательно есть людей, чтобы насытиться. Когда придем ко мне домой, я тебя накормлю. Давай залезем через окно, чтобы бабушка не видела тебя. Она очень злая и будет сердиться. Я потом придумаю, что ей сказать про тебя. Вот, держи кастрюлю с кашей. Бабушка, как всегда, наварила очень много. Это полезно и питательно. Ну вот, поел, и теперь можно и повеселиться. Мы можем поиграть. У меня игрушек немного, но кое-что есть. Например, вот мои старые кубики. Это неинтересно. Ну тогда вот, есть пирамидка. Я с ней играл, когда был маленький. Это скучно. И совсем не весело. Да. Прости, я ведь и сам уже давно вырос и не интересуюсь такими игрушками. Ты обещал, что будет весело. Идея. Завтра состоится городская праздничная ярмарка. Ожидается много взрослых и детей. Давай пойдем туда. Там точно будет весело. Конфетки, конфетки, жвачки, жвачки. Конфетки, конфетки, жвачки, жвачки. Праздничная акция. Сегодня все угощения раздаю бесплатно. Я голоден. Не беспокойся. Сегодня у нас с тобой будет праздник желудка. Смотри, можно конфет набрать бесплатно. Дяденька, дайте мне, пожалуйста, 10 конфет. Мальчик, бесплатно ты можешь получить только одну конфетку. Вот эту. Самую маленькую? А эти? Эти по доллару штука. Но у меня нет денег. Нет денег, нет конфет. Может, у твоего друга есть? Кстати, как он залез в такой костюм? Такие длинные руки и ноги. Удивительно. На ходулях, что ли? У друга тоже нет денег. Мальчик,
Это же городская праздничная ярмарка. Вы с таким костюмом, как у твоего друга, можете легко заработать. А как? Понимаешь, у меня продажа не очень хорошо идет. Было бы неплохо, если бы вы с другом заманивали ко мне посетителей. А я вам с каждой проданной конфеты заплачу 10 центов. Так мало. Я согласен на 30 центов. Какой же ты жадный мальчик. Ладно, по рукам. Внимание! Только сегодня! Невероятная праздничная акция! Всем, кто купит у нас конфету, подарок бесплатное фото с Хаги-Ваги! Мама, купи мне конфету! У тебя и так уже зубы в дырках от сладкого. Но я очень хочу с ним сфотографироваться! Пожалуйста, в честь праздника! Ладно, только не плачь! Я устал кричать. Может, хватит работать? Согласен. Я очень проголодался. Не ровен час проглочу кого-нибудь. Скажите, а сколько мы уже заработали? Мы уходим. Можете взять еще по одной маленькой конфетке. Но ведь вы обещали заплатить деньги. Я передумал. Ты слишком много хотел. Много хочешь, мало получишь. Это нечестно. Вы наглый обманщик. Ну что? Скоро мы будем кушать. Хаги, нас обдурили. Дядя, я жутко голоден. Если ты не дашь нам денег, я тебя съем. Теперь мы богатенькие. Можем покупать на этой ярмарке, что захотим. Хочу есть. Праздничные пряники будешь? Ну вот поел, теперь можно и повеселиться. Что это? Это цирк. Цирк — это весело? Да. Хочу туда. Ладно, идем. Денег у нас должно хватить. О, мои новые единственные посетители. Ну, наконец-то. Я вас так ждал. Я просто обожаю маленьких детишек. Держи шарик. Упс! Какая неожиданность! Скорее заходите, я покажу вам мой новый смертельный коронный номер! Это какой же? Буду на вас кашлять. Мы передумали. Ты об этом еще пожалеешь, молокосос! Хаги, ты не обижайся, но мы туда не пойдем. Это плохой клоун. От него ничего хорошего не жди. Подайте что-нибудь на пропитание. Я не ел 7 дней. А у нас нет мелких денег. Нет проблем, парень. Я вам сдачу дам. Спасибо. С праздником. Кстати, хороший костюм у твоего друга. Кажется, у него денег больше, чем у нас. Ничего страшного. У нас их еще много. Хочу, хочу. Что? Игрушку хочу. Пожалуйста, купи мне ее. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит эта игрушка? Это очень редкий экземпляр. Таких осталось мало. Но я тебе не продам. Ее можно только выиграть. А что нужно делать? Нужно ударить вон тем молотком по наковальне. Так, чтобы стрелочка долетела до самого верха. Один удар стоит 10 центов. Ого! Я не смогу поднять. Никто не может. Хаги, ты сильный, сможешь поднять? Ура! У тебя получилось! Мы выиграли игрушку! Это невозможно! Человеку не под силу поднять этот молот! А мой друг смог. Мы хотим эту игрушку. Вы играли не по правилам. В костюме бить запрещено. Но вы не говорили, что есть какие-то правила. Где это написано? Покажите. Извините, но я закрываюсь. Извините, но если вы не отдадите игрушку моему другу, он вас съест. Теперь, когда ты получил эту игрушку, ты доволен? Очень. Будет тебе с чем поиграться.
Я ее хотел не для того, чтобы играть. Разве ты не видишь, как она похожа на меня? Я заметил. Наверное, ее сделали на твоем игрушечном заводе. Есть такая же, но большая и живая. Когда я увидел ее, то вспомнил, что ее зовут Кисси-Мисси. Мы встречались с ней раньше, но затем она пропала. Я долго искал ее, но так и не нашел. Теперь, когда я вспомнил это, опять хочу отправиться на ее поиски. Ты поможешь мне в этом? Пойдешь со мной на игрушечный завод? Я? Завод огромен, и на нем очень много загадочных препятствий. Ты так много знаешь. Ты очень умный. У меня есть сила, но не хватает сообразительности. Вместе мы обязательно найдем мою Кисси-Мисси. Хорошо, я помогу тебе найти твою подругу. Тогда садись на меня и отправляемся. Так нельзя. Я ведь ребенок. Нужно обязательно предупредить взрослых, когда куда-то уходишь. А вдруг я попаду в беду? Они не будут знать, где меня искать. Но ты говорил, что твоя бабушка злая. Она, наверное, не отпустит тебя. Скорее всего, не отпустит. Но у меня есть еще одна бабушка. Она добрая. Балди, а если с тобой что-то случится на игрушечном заводе? Бабушка, не волнуйся. Посмотри на Хаги-Ваги. Он очень силен и защитит меня. Ладно. Но я не отпущу тебя на голодный желудок. Садись за стол. Сегодня, в честь праздника, я приготовила жареную индейку. Кушай, мой дорогой, кушай. Бабушка, а ты не могла бы накормить Хаги? А разве у игрушки есть желудок? Вообще-то я всегда голоден. Я даже хотел съесть вашего внука, но теперь он мой друг. Что же вы сразу не сказали? Простите, как невежливо вышло. Сегодня, в честь праздника, я приготовила кабанчика. Угощайтесь. Спасибо, бабуль. Теперь мы готовы в путь. Хаги, я хотела попросить тебя не кушать моего внука. Он у меня один. Я друзей не кушаю, бабушка. К тому же Балди научил меня, что людей кушать нехорошо. Так что не волнуйтесь. Ну тогда с праздником вас. И в добрый путь. Удачи. Карпик ждет, чтобы ты подписался, лайк поставил, коммент оставил. Карпик ждет, давай не ленись, подпишись. Карпик ждет, да, yes, о да, детка.